субботу. Handmade in New York. Возможно ли такое в эпоху всеобщей глобализации? Мебель, которую можно считать одноразовой, перестала пользоваться спросом. Можно ли разбогатеть, крутя сигары вручную? Приятно пахнет табаком. Штучное производство. Это еще ремесло или уже искусство? Наслаждаешься тем, что делаешь. Русский акцент. Город мастеров. В субботу в 7:30 вечера на RTVI.